Ну что ж, здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. С вами вновь Казоку. Мы в прошлый раз остановились тут. И я хочу сказать, что, возможно, это будет либо предпоследний эпизод с Алифейс, либо последний. Ну, посмотрим, как будут продвигаться дела. Присаживайтесь поудобнее, ставьте лайки, чаёчек, кофеёчек, приглашайте друзей. Не забывайте про колокольчик. А мы с вами продолжаем играть Сали Фейс. Последний или почти последний эпизод. Присаживайтесь поудобней. Всем приятного просмотра. Так, а нам надо идти в восточный коридор. Восточный. Без фабрики мы потеряем последователей. С тех пор, как случился пожар, его приказы становились все более ебанутыми. Сколько сенаторов... Не говори так, хочешь закончить, как Покертоны? Все будет хорошо, не теряй веру, сестра. Грядет нисхождение. Окей. Так. Вот у нас собирание костяшек. Так. О, камера. О. Северный коридор. Это было близко. Вправо. Он же нас тут... Тихо. Вали нахрен, Чубакабра. Ёперный театр. Ну, естественно, дверь. Вали нахрен, внутренний западный коридор. Западный коридор, подожди. Западный коридор. Вот же манать копать. Первую дверь. А где тот черт? А где тот черт, алло? В смысле, в первую дверь? Внутренний западный коридор. Это южный коридор, подожди. Еще две бомбы. Окей. Два. Первую дверь. Восточный коридор. Но это же все по новой пойдет. Какого хрена? Тут же мы костяшку и... Твою мать. Внутренний восточный коридор. Северный коридор. Ну, допустим. Движемся до конца вправо, проходим в западный коридор. Западный коридор. Западный. Бляха-муха.
западный, за... юго-западный, блядь. Ага. Блять, ебать, у меня бомбит просто сейчас. Съебись! Съебись, я сказал, блять. Ёбаный в рот. Ты съебешься, нет? Чувак, съебись! Охуенно, вы чё сейчас хотите сказать все по новой, блять? Чё за... Я ж еще одну бомбу не поставил. Чё за дичь? Заебись, чё сказать. Чё, блядь, всё по новой? Серьезно? Ебать копать! А меня предупредить могли, блядь, что тут такая нахуй подстава, блядь? Заебись, заебись, блядь. Просто заебись. Охуеть, блядь. Северный коридор, блядь. Потом что, блядь, в северный коридор ебашить? Ну? Движемся до конца, проходим западный коридор. А где этот западный, блядь, коридор? Это не западный коридор. Да, блядь. Съебись. Мне нужно в западный коридор. Какой, блядь? Внутри западный, блядь. Нет, вот западный коридор. Окей, западный коридор, окей, поставили. Чё? Ну? Движемся, устанавливаем, это сколько? Для получения... Раз. Два. Куда вправо, блядь? Внутри... Внутренний западный коридор, блядь. Внутренний западный коридор. Это южный коридор. Но южный коридор, это внизу будет, это 100%. Блядь. И где он, блядь? Понятно. А, чё, блядь? Серьезно? В смысле, в первую дверь? Это север... Ну, мы на северном коридоре, блядь, это понятно. Дверь. Понятное дело, что ебать тут закрыто будет, блядь. Тихо, блядь. Съебись туда, пожалуйста. В смысле? Центральный зал? А нахуй нам центральный зал? Нам не надо в центральный зал, это 100%. Нахрена нам центральный зал? Западный коридор. Западный, западный. Наверное, на южном что-то мы проебали. На южном, да? Так, теперь вернуться нам надо к южному коридору, блядь. Только как бы это... В смысле, блядь? Северный коридор, блядь.
Я уже запутался, блядь, куда пиздовать. Бать, а прикинь, сейчас кто-то будет, нахуй. Центральный зал, блядь. Все на месте. И чё? Вот это ты сейчас намекаешь на то, что... в подземелье какое-то, блядь, проходим. Эш? В смысле Эш, блядь? Нил, ты в порядке? Бывало и лучше, как ты сюда пробралась? Потом расскажу, сначала нужно тебя вытащить, видел... Видел Мейпл с Тоддом? Мейпл в соседней клетке, и тот тоже тут. Я заметил его, когда нас сюда тащили. Ясно, понятно. Тот в другой комнате, только не уверен в какой, меня хорошенько долбанули по голове. Эш, скоро что-то произойдет, что-то масштабное, что-то очень плохое. Ты успел заметить, где они хранят ключи? Сначала вытащу тебя, а потом за Мейпл с Тоддом. Ключи у одного из охранников, но это слишком опасно. Даже если ты умудришься достать ключи, мы не справимся с Мейпл и Тоддом, они совсем обезумели. Мы справимся, я уверена. Я думаю, что пришло время плана Б. Нил, нет. Спасай себя, Эш, кто-то должен это пережить. Я вас здесь не брошу, я не могу снова потерять друзей. У нас нет другого выбора. Эй, ты! Черт, стоп, я узнаю этот голос, кто ты такой? Трэвис? Тебе нужно уходить, если тебя поймают, добром это не кончится. Чувак, с тобой стряслось. Что с тобой стряслось? Ты отвратительно выглядишь. Не притворяйся, что тебе на меня не насрать. Просто проваливай отсюда. Чувак, прекрати, ты можешь помочь нам с Мейпл и Тоддом. Давайте свалим отсюда все вместе. Поверь, это совершенно невозможно. Трэвис, я знаю, что ты хороший человек. Сал тоже это знает. Он вступился за тебя, когда остальные отвернулись. Ты же помнишь, сделай это ради него. Сал мертв, и ты тоже умрешь, если останешься здесь. Черт возьми, почему ты отказываешься нам помогать? Вообще-то я как раз пытаюсь помочь. Он прав, Эш, уходи отсюда. Но... все в порядке, я смирился, я наконец-то буду рядом со своим Тоддом. Трэвису пришлось тащить меня силой, я не хотела уходить, хоть и понимала, что они правы. Я знаю, что мы собирались подорвать храм, даже если облажаемся, но я не смогла. Не смогла заставить себя нажать кнопку, зная, что там мои друзья. Ну да. Если ты вдруг меня слышишь, Сал, мне нужна твоя помощь, прошу. Прошу. Я не верю, что ты мертв. Эпизод 5. Воспоминания и сны. Это опять происходит? Вспышки? Что со мной? Ты свободен. Ты сломлен. Ты должен обрести равновесие, победить хаос внутри, не дай своим кошмарам просочиться в реальность, Сал, найди опору. Не слушай его, подайся своим снам, подайся хаосу, только так ты сможешь найти себя. Слишком опасно, он не готов. Следуй зову сердца, дитя. Нет, прислушайся к голосу разума. Так. Окей. Ты везде и нигде. Мы все и ничто. Я здесь уже был? Ты был здесь всегда. Надо, черт с вами. Понятно, значит, наверное, туда. Угу.
Пиздуем тогда. Ебать, он медленно идет, но это просто обосраться. Дом в пустоте. Ну окей. Так, поочередно в черную комнату. Человечество барахтается в космосе в попытке убежать от сумерек, но все равно рано или поздно возвращается в тень. Окей. Тогда потом в светлую комнату. И потом в темную. Рассвет человечества одержал победу над древнейшим конфликтом. Они ничто из ничего. Ты не должен позволить ему гаснуть. Окей. Идем тогда еще раз в белую комнату. Еще раз в черную, еще раз в белую. Так. Здрасте. Я рад, что ты не забыл, где меня искать. Я вас знаю. Мы разговаривали много раз, Сал. Вы что, собираетесь говорить загадками, как голоса? Погоди, Джим. Когда-то я был им, часть меня была. Я пошел на огромные жертвы, чтобы попасть сюда. И многое потерял. Понятно, загадки мне обеспечены. Ваша семья, мне так жаль. Эвелин, Ларри, Лизу. Мне тоже было жаль. Раньше мне казалось, что я могу спасти их, изменив будущее. Я желал только этого. Лиза с Ларри была светочем моей жизни. Я никого и никогда так сильно не любил. Я не считаю, что ты виноват в их смерти. Я понимаю, что так было нужно. Ты тоже многое потерял в тот день. Но от этого никуда не денешься. Все живое рано или поздно умирает. Я помню, каково это жить, чувствовать. По постоянной буре эмоций я не скучаю. Только вот все это было зря. Тени никуда не делись, а пожиратели скоро призовут чуму. У них слишком много влияния, я не смог их остановить, я зря умер, я зря убивал. Ты все еще можешь остановить их, если захочешь. Более того, ты ключ к их уничтожению, если тебе теперь не все равно. Вы опять про это дурацкое пророчество? Никакой я не избранный, не герой, я никого не успел спасти. Не бывает избранных и героев, бывают только люди, которые выбирают героические поступки. Победа или проигрыш, свет или тьма, добро или зло. Это больше не имеет для меня значения, но я все равно хочу тебе помочь, если ты согласишься. Да как я могу быть на такое способен? Когда ты умер, твоя душа раздробилась, даров тебе необыкновенную способность. Ты можешь проникать в параллельные миры, но сперва придется потренироваться. А как мне потом вернуться в свой мир? Это будет непросто, но я подготовился к твоему приходу. Я смастерил устройство, которое тебе поможет. Твоя подруга Эшли уже поставила устройство на твоей могиле, это замечательно. Но устройство большей частей, их нужно собрать в трех мирах, в которые они спрятаны. Три пирамиды спрятаны в трех головоломках, ты должен их собрать. Вы же сами спрятали эти пирамиды, или как там вы их можете принести? Это невозможно, я больше не могу вмешиваться в такие дела. К тому же я стер из своей памяти решение головоломок на случай, если кто-то попытается украсть пирамиды. Но я могу показать тебе, где они находятся. Но хоть время выиграю, с чего мне начать? Раньше здесь была дверь. Минуточку. А, вот же она. Окей. Твой путь начинается за этой дверью, будь начеку. Ясно, понятно. Так. Угу. Три пирамиды. Заходим в дверь с цифрой 1 и проходим цифру 2. Окей. Так. Цифра 1, мастерская Джима. В смысле? А, дверь 2.
Погнали, чё? Боюсь, переехать мы все еще не можем. Дом выставлен на продажу уже 4 года. Это важный шаг, и я надеюсь, что вы сможете сделать его в ближайшее время. А пока я думаю, кот будет большим подспорьем для Сала. Его состояние сильно улучшилось за последний месяц, с момента, когда ему было рекомендовано завести кота. Вы уверены, что он готов вернуться домой? Он более чем готов, Генри, а вы уверены, что готовы? Да, я буду рад, если мой сын вернется домой. Ну да, неожиданный поворот. Ты пробудил душевную связь, поначалу ощущения могут быть странными. Если честно, ничего странного, словно я всегда здесь был, словно я наконец-то проснулся. Меня напрягало это странное чувство близости, но мы с тобой разные. В доме ты найдешь первую пирамиду. Принято. Ясно. Письмо от Эшли. Сал, прости, что сразу тебе не поверила. Я отчаянно пыталась всем помочь, а теперь все рушится у меня на глазах. Я надеюсь, что еще не слишком поздно, надеюсь, что смогу исправить свои ошибки. Хочу, чтобы ты знал. И все, конец. Наверное, ее что-то отвлекло. Ясно, понятно. Так, по времени у нас там 1:45 на микроволновке показывается. Так. Угу. Комната Тодда. И кое-какая панель, да? Угу. А как их вращать-то, блин? Ага. Подожди, а как? Подожди, довращать, да? Может, имеется в виду вот так? Опа-на, подожди. Отлично. Так. Выходим в гостиную. В гостиную. Так, комната Сала. Ага, вот у нас еще одна костяшка, да? Окей. Так, а где магнитофон? Сейчас посмотрим. Прикольно, прикольно. Он Микки Мауса напоминает. Ладно. Так. Фотография. Ну да, фотография. Тоже прикольно выглядит. 50-23. Угу. Подвал. Так, ладно, ванная. Ванная, ванная, ванная. Так, подожди, а чё ванная-то? А, пароль 7842. Так, 130-10. Комната Сали. Так.
130-10. Отлично. Вот и пирог. Так, окей, берем в руки пирамиду. О, сейчас геймер начнется тут с одной пирамидой. Вообще, движухи такие необычные будут сейчас. Так, опять тогда к пирамиде подходить. Сал, это ты? Это я. Тебя едва слышно, почему твой призрак так выглядит? Как такое возможно? Я столько хочу тебе рассказать. Пирамиды. О, одна из них светится, уже похожа на то, о чем писал тот. Дай-ка взгляну. Угу. Окей, теперь. А почему-то первая пирамида может не сработать. Я не знаю почему, но, по-моему, тут какая-то фигня. Так, сейчас. Сейчас попробуем посмотреть, как здесь пройти. Так. Не проебать бы этот момент. Так. Ну, вообще показано, как, по-моему, вверх, потом лево. Лево, низ, лево, и чё? О, заработало. А я думал, это косячок будет. Ты справилась, Эш, я снова здесь. Что ж, пойдем дальше. Она справилась, да? А чё дальше? Так, заходим по очереди в темную и светлую комнату. В темную. Технология — это надругательство над природой, человеческая блажь. Жажда совершенства сведет людей в могилу. Окей. Так, поочередно. Потом в светлую. Ага, потом в светлую. Хорошо. Технологии творения человечества, человечество творения природы. Таким образом, технология эволюция природы. Понятно. Так. Так, снова в темную, наверное, а потом в светлую. В темную. Потом в светлую. Так, ладно. Попробуем поговорить. А, опять снова с этим чуваком. Джим. А, ты знаешь, что когда я был человеком, случайно открыв дверь для себя в новый мир, я нашел в нем и любовь, и умер, пытаясь ее защитить. Мой человеческий облик был утрачен, а душа веками скиталась по пустоте. Пребывая в бескрайней тьме, я стремился вернуться домой. Когда я понял, что это невозможно, нашел способ проникать в другие миры, мост. Чтобы использовать такие технологии, моя душа должна была измениться. Пока я продолжал пользоваться мостом, моя душа продолжала меняться и развиваться. Я больше не человек. Я баловался с множеством изобретений. В прошлой жизни я был инженером, и мое желание создавать никуда не делось. Застарелый остаток моей утерянной человечности. Ясно. Так. Ага, в цифру 3. В цифру 3. Так, подожди. А у меня открылось достижение, нет? В смысле?
понял. А почему достижения не открыты? В смысле? А почему с этой комнаты? Сохранение. Что за бред? Ну, зашибись. Ладно. Окей. Не хочешь, как хочешь. Да ёпарасете. Твою мать. Ладно. Пап, когда мама вернется из больницы? Думаешь, она узнает меня с новым лицом? Чтоб тебя, Сал, может, не будем начинать? Я просто по ней скучаю. Она мертва, мертва, черт побери, мама не вернется. А как же человек с собачьим лицом? Мы это уже обсуждали. Никто мне не верит, но я видел челопса. Прекращай, Сал. Я выбрал розовый, потому что это мамин любимый цвет. Надеюсь, она с ним меня узнает. Да уж. Так, в лесах совет пошел на разные ухищрения, чтобы скрыть это место. Разумеется. Ага, объяснение магии. Здесь находится вторая пирамида. Так, ну это мы знаем, так. Левый нижний угол? А где там левый нижний угол? А, вот она. 4. Так, отмеченную знаком вопроса. Окей, погнали. Блин, жалко, он бежать тут не может, это вообще пиздец. Подожди. А, ну вот, да. Солнечных дисков. Подожди, луна или вот так, да? Ну, луна идет поперек. Луна поперек идет, да? Ладно. Подожди, а где? Здесь, что ли? А, вот это расположение Луны. Блять, подожди. И... Или это так расставить надо те? Солнечных дисков? А, ну так. Так, окей, подожди. А теперь что? Местоположение... Чё, 4 луны? Или так? 4. Блин, запомнить бы расположение, блядь, правильно. Сейчас. А как? Подожди. А, идем вниз, блин, так бы и сказали, ёб твою же мать. Вниз.
И где там херня эта? Вот это ж... Вот это что ли? Ну, естественно. Так. Подожди. Вот так, что ли? Ну, естественно. Так. На третьей плите. На третьей. Проходим влево. Влево. Это вот эта, что ли, которая была? Так это ж вроде не она, подожди. Подожди, влево имеется в виду еще левее, что ли? Да там же вроде ничего нету, подожди. Блядь, точно. Нажимную плиту, а где там нажимная плита, блядь? Еще была. Подожди, влево имеется в виду аж туда? Подожди, это точно нажимная плита? Блядь. Нет, это нифига то не нажимная плита, блядь. Подожди. Ну вот она же, не? Может имеется в виду? Ну, естественно. И все три открылись, да? Направляемся на лице, выставляем указатели. Так, подожди. Подожди-ка. Левый, средний. Подожди. Левый, средний, правый, левый. Правый. Левый, правый, левый, средний, правый, средний, правый. Угу. Зажглась еще одна. Продолжаешь, я крепну. Выглядишь ты не очень, Сал, я разберусь, давай приведем тебя в норму. Ну да, приведешь ты в норму. Так, пирамида активируется. Ага, опять поочередно в комнату. Ясно, понятно. Так, вест, подожди, белая, верхняя, белая, черная, белая... Это белая верхняя, нижняя. Ну да. Так, теперь заходим в темную светлую комнату. Мы тени беспокойного сна. И все? Так, в темную светлую. Поочередно, значит. В светлую. Мы мечтатели всего сущего. Понятно. Так, теперь в темную. И потом в светлую, и все. В темную. А потом в светлую. Так, разговариваем с Джимом. Я навсегда останусь раздробленным. Твоя душа может навсегда остаться разбитой. Такое происходит очень редко, но учитывая обстоятельства, это следовало ожидать. Я вот точно не ожидал. Благодаря этому ты обрел способность путешествовать между мирами. Разобраться с пожирателями Бога. Но почему я? Потому что ты выбрал такую судьбу. Для чего нужны эти пирамиды? Когда твоя душа оказалась раздроблена, ты утратил возможность находиться в своем родном мире. Пирамиды соединят кусочки твоей души, и часть тебя вновь сможет существовать. Блин, не так я себе представлял смерть. Это мне снится? Я словно не в реальности нахожусь, это место больше похоже на изменчивый туманный сон, и я откуда-то знаю, что уже здесь бывал.
На этот вопрос так просто не ответить. Понятных тебе слов, которым можно его описать, не существует. Они одновременно и выдумка, и реальность. Оно в твоем разуме, и оно в разуме всех существ. Оно бесконечно, но имеет предел. Оно тьма, оно свет, оно... Ладно, понял, спасибо. Угу. Окей. Так. Поднимаемся по лестнице, говорим на новые темы. Ага, этот разговор. Окей. Теперь... Проходим дверь 1, а потом 4. 1, а потом 4. И становимся в треугольник, да? Готов к первому дню в школе, Салли? Не знаю. Будет весело, познакомишься с кучей ребят своего возраста, заведешь массу друзей, а вдруг я им не понравлюсь? Быть того не может, ты самый клевый парень на земле. Я? Ну конечно, это его мама. Я не хочу от тебя уходить, мам. Бояться нечего, любимый, учителя о тебе позаботятся, а я буду ждать твоего возвращения. Я тебя люблю. А я люблю тебя больше всего на свете, Салли, не забывай об этом. Угу. Вот тебе и пережитки. Ну в этом стиле, конечно, вообще трэш. Это пещера озера Вендиго, мне казалось, что она куда меньше. Очередная иллюзия, сотворенная любимым культом. Ого, господин серьезно соизволит шутить? Нет, это я, Джим Джонсон. Ух, ладно, нужно найти последнюю пирамиду. Удачи. Ясно, понятно. Так, а мы попробуем посмотреть, открылись ли достижения. Так, подожди. О, отлично. Еще 4 достижения. Так, пережиток, наизусть. Еще 4. Ну что, нормально. Блять, опять по новой. Так. Что ты будешь делать? Сейчас, ребят, я подойду, секунду. Так, я вернулся, ребят. Надо посмотреть, что там дальше будет по этому прохождению. Так. Так, пережиток мы получили. Так, подожди. Находим где? А где там фишка? Вот это? 6 фишек в натуре и должны достижения получить, да? Так, говорим с девушкой, окей, погнали, чё? И чё? Так. Ау?
Эй, притормози, чувак, я круче, чем выгляжу, я не побоюсь тебе навалять. Слушай, я не знаю, я не за неприятностями пришел, я просто ищу то, что потерял. Как и мы все, что ж, держи руки при себе, я за тобой слежу. Обещаю, меня зовут Сал Фишер. Тала Грей, так что ты делаешь в этой пещере, Сал Фишер, кроме того, что подкрадывайся к людям? У меня к тебе тоже вопрос, не припомню, чтоб видел тебя в Нокфеле. У меня тут родственники, я редко приезжаю, но недавно пропал мой дед. Увы, здесь такое часто случается, надеюсь, ты его найдешь. Спасибо, мой дед без ума от этой пещеры, рассказывал, что все эти рисунки оставили наши предки. Говорит, что на них изображено предупреждение о голодном чудовище, которое охотится в этих землях. Не видел здесь маленькую металлическую пирамиду? Маленькую пирамиду? Это ты ее потерял? Да. Прости, не видела здесь никаких пирамид. А шестиугольников, вращающих таких. Ты что, напялил маску и пришел сюда искать кучу фигур? Это протез. Что ж, прости, что не помогла с геометрией. Да. Так. Ну окей. Так. Подожди-ка. Че? Каких ладоней? Подожди-ка. А, вот этих ладоней. Так. Верхнее положение. А, ну вообще может быть подсказка даже очевидна. Естественно. Было бы все так просто. Подожди-ка. Чё? Не знаю, что произошло, но третья пирамида активирована. Это вернет тебя к жизни? Мой призрак сможет взаимодействовать, но тело нельзя оживить. Ты уверен? Пророчество тумана, но мне предполагается, что ты примешь физическое обличие. Я ни в чем не уверен. Ладно, дай-ка я займусь последней пирамидой. Так. Туда, туда, туда. Туда. Так, а это куда? Туда, что ли? Ну да. Сал? Черт возьми, это должно было тебя воскресить. Ты в порядке? Мне больно. Туда были еще заметки, но я так и не смогла понять, о чем мне говорится. Так. Ага. Воспоминания. Мне так жаль, Сал, я снова тебя подвела. Ты заслужишь куда больше, куда лучшего, чем я. Погоди-ка, я поняла, о чем говорится в этих заметках. Я знаю, что делать. Не надо, Эш. Я с радостью отдам жизнь, если это вернет к жизни тебя. Так я смогу искупить все, что заложало. Нет. Спаси их, Сали Крамсали. Надеюсь, мы встретимся вновь. Да. Вот, кстати, и самопожертвование за счет Эшли. Эш, нет.
Сколько близких ты убьешь, чтобы спасти мир? Останется ли что-то, что стоит спасать? А тебя это вообще стоит? Тебя это вообще ебет? Голос. Ларри, ты в порядке? Да, чувак, мне просто что-то в глаз попало. Я же говорил, что этот фильм очень эмоциональный. Угу. Это так красиво, надеюсь, в конце они будут вместе. Они заслужат счастья после всего дерьма, через которое прошли. Да. Эй, Ларри. А? Как думаешь, кто-нибудь полюбит меня так, как они любят друг друга? Да кто тебя не полюбит? Не неси чушь, тупица. Ты же Салли Крамсали, ты идеален, чувак. Угу. Так, алкашка, значит, да? Конечно, Нил может к нам переехать. Честно говоря, я удивлен, что ты не спросил раньше. Его текущий договор аренды почти истек. Я ждал этого момента. Я буду рад видеть его у нас. Уверен, Ларри тоже очень обрадуется. Хотя Ларри, скорее всего, не переедет до следующего года. Точно. Что ж, спасибо. Нил будет рад услышать эту новость. А я буду очень рад снова видеть его рядом. Угу. Блин. Что такое, Сал? Я в этом полный профан. Прости, что зря потратил твое время. Тебе не за что извиняться. Мне очень нравится с тобой рисовать. Ты прекрасная художница. Это Эш. И замечательная учительница. А я никогда не смогу так же классно рисовать. Еще как сможешь. Все, что для этого требуется, практика и решимость. Но только если ты сам этого хочешь. Не нужно быть мастером во всем, что делаешь. Что-то мы делаем просто потому, что это приносит нам удовольствие, или чтобы провести время с людьми, которые нам нравятся. Наверное, ты права, мне нравится с тобой рисовать, даже очень. Рада это слышать. Захочешь порисовать или тусануть, зови. Угу. Эшли? Жаль, что ты не видела себя так, как видел тебя я. В моих глазах ты вовсе не была разочарованием. Ты всегда была рядом со мной. Ты дала мне надежду, когда я больше всего в ней нуждался. Даже когда ты увидела, какие ужасные вещи я совершил. Даже когда ты не верила в причины, по которым я должен был это сделать. Ты оставалась рядом. За это можно отдать все на свете. Ритуал требует заключительного шага. Овладей силой клинка Осириса. Угу. Что со мной происходит? Эш, ты меня слышишь? Сал, где ты? Ритуал пробудил силу, которая была во мне скрыта, но я не могу вернуться в твой мир. Ты должна стать моим мечом во тьме. Сила, которую я чувствую, это ты? Да. Ни хрена себе, Сал. Ага. Так, Р. Ого. Спасибо, что доверился мне. Я бы не смог овладеть этой силой сам, Эш. Это все благодаря тебе. А теперь надерем пару культистских задниц. Так. Из кладбища. А, в церковь направляемся, да? Угу. Ну чё, погнали. Надерём так надерём. Задницы. Так, западный коридор. Почему здесь так пусто? Так, во внутренний западный коридор, да? Погнали.
Ага. Запечатан. Вход центральный запечатан. Думаю, я смогу его открыть. Идем влево. Окей. Так. Пожиратели Бога. 1983 инициации. Так, выставляем значение у сейфа. У сейфа? Подожди-ка. Так. Один. 9. Ой. 1, 9, твою мать, подожди. 1, 9. Да стоп. 1, 9, 8, 3. Лиза. Окей. Так. Адресованную Лизе. Так, проходим. Куда? Ага, вот как. Консоль. Консоль. Но консоль пока не трогаем. Подожди. А куда? Отодвигаем шкаф от стены. Подожди-ка. А, вот этот шкаф. И чё? Подожди, а как их крутануть-то надо? Белый. Черный, синий, подожди. Белый. Черный. Синий. Красный. Зеленый, фиолетовый. Зеленый. Фиолетовый. Не ходи так далеко, Салли. Ага. Вот этот хрен. Я так сильно винил себя в произошедшем, что совсем забыл тебя поблагодарить. Ты пожертвовала собой, чтобы меня защитить. Ты была лучшим человеком в моей жизни. Каждый миг я пытался доказать, что твоя жертва не напрасна. Понятно. Так. Консоль. Тумблер вниз. Вверх. Подожди, вверх. И вниз. А чё? А, вот так. Так, и что открылось? Проходим вправо. Ну, окей. Подожди. А.
Вот этой кнопкой мы ебашить можем, да? Центральный зал. Опять играем за Эшли. Угу. Чтобы не это. И все? Серьезно? Если бы было так легко сделать. Охренеть, блядь. Жесть. Просто. Да я, наверное, выйти не смогу, когда эта загрузка будет. Наверное. Там же в центральном зале трешняк начнется, по-моему. Сейчас, подожди-ка. Посмотрю, какие достижения я открыл. Ох, ну сейчас это тяжело получить, это достижение. Это жопа. Просто если это... Выжить, короче. А чё еще? Достижение, наверное, эпилог и выжить, да, остается? Эпилог и выжить, наверное, да? Ну да, наверное, выжить и эпилог. Но это пиздец. Это не так-то просто получить. А откуда мы хоть начнем-то? Отсюда? Ну хотя бы отсюда. И то хорошо. При смене локации. Так, а сколько там по времени-то? Час? Так, но мне лишь бы не косичнуть в этом месте. Мы ожидали тебя. Что вы натворили? Пришло время последнего нисхождения этой ночи. Человечество победит Бога. Вы убили их. Как и многих других, нам предначертано быть больше, чем... Заткнись, чертов псих, я тебя прикончу. Я ожидал, что сначала ты так подумаешь. Блять. Вот. Короче, прикол в том, что отсюда нельзя будет это, погибнуть вообще. Вот. Я, короче, предлагаю, не знаю, попробовать выжить, но это надо, короче, сделать копию сохранения, потому что это предпоследнее, по-моему, достижение. Чтобы получить истинную концовку, нужно не умереть, по-моему, в этом уровне. Так что, в принципе, я планирую здесь остановиться и продолжить, наверное, с этого момента. Вот. Я очень надеюсь, что игра сохранилась. Короче, начнем, наверное, отсюда. Да. Ну что ж. Еще раз здравствуйте, с вами Казоку. Я вам говорил, что ради достижения истинной концовки нам надо вроде как не, ну, не проебать. Поэтому постараемся, но это не так-то, как сказать, просто. Вот, присаживайтесь поудобней, а мы, в принципе, наверное... Ну, вы поняли, короче. Ёб твою же, тык-тык. Сколько их там, блядь? Этот быстро пошел прям на меня, я скажу.
Тот? Не волнуйся, мы тебя вытащим. Сал, это ты? Блять. И чё? Оу, я думал, что больше никогда тебя не увижу. Что произошло? Когда сгорел домик на дереве, я оказался в пустоте. Ох, чувак, как же я долго там бродил. Очень долго. По тебе заметно, зато борода классная. Ну да, там было странное дерево с такими типа космическими корнями. Вокруг него собирались всякие создания и поклонялись ему. Они называли его Мать Сущего. До сих пор не понимаю, как... Но оно помогло мне найти дорогу домой. Кажется, я его видел или чувствовал. Ты с ним связан, все мы с ним связаны. Ларри, про Лизу, я... Чувак, не нужно слов, я все понимаю. Но я... Все в порядке, серьезно. Иначе мы бы... Иначе бы их души уничтожили. Я рад, что твоя душа не растворилась в пустоте. Пока не растворилась, но тот был прав по поводу второй смерти. Души растворяются в пустоте и превращаются в ничто. Звучит жесть как бесповоротно, но больше я об этом ничего не знаю, чувак. Ты знаешь, как спасти Тодда? Думаю, я смогу его вытащить. Удивительно, что он так долго продержался. Он всегда был славным парнем. Чуть не забыл, я тебе кое-что принес. Нашел ее в пустоте. Оставь Тодда на меня. Тебе нужно сдержать тени, они начинают просачиваться в наш мир. Хорошо, будь осторожен. И ты тоже. Они пришли. Так, подожди. Ну да. В рот тебе жопу, красноглазый урод. Знаю, что тут. Иди нахуй. Окей. Нахуй хорошо. Черт. Давай, решай уже, куда ты тыкнешься. Тебе не позволю. Я не удивлен, что ты предал нас. Ты всегда был для меня разочарованием. И тебя туда же, мудозвон гребаный. Ты знаешь, что не остановить нас, сын. Трэвис? Эшли, убирайся отсюда сейчас же. Не может так закончиться. Мы должны, я должна. Так, стоп. Нет. Так, подожди, а после того, как мы... Подожди-ка, где-то мне подрывать. А, играем за Ларри. Угу. Да, окей, подожди-ка. И где там тени, блядь? Блядь! Ну? Что за... Что происходит? Я здесь, тот. Держись, дружище. Все? Так, подожди-ка, передышечка. Блять! Блять! Нихуя себе!
передышечка, блядь. Тихо. Блядь! В смысле, блядь? Мы бесконечные. Да ты чё, блядь, гонишь? Блядь! В смысле игра окончена? Алло, блядь! Алло, ты чё? Гонишь, что ли? Оу. Я ж надеюсь, из-за этого говна, из-за того, что я игру, типа, профукал, это ж не будет читаться за... Чё за фигня? Подожди. Чё? Чё за три стула? Создатель всего сущего разлагается в нашем нутре, его сила течет в наших венах. Я вам не верю. Сломленная душа пытается противостоять неизбежному, но мы вечны, мы превзошли самого Бога. Вскоре ты станешь един с бесконечностью, мы последняя степень развития человечества. Я никогда к вам не примкну. Блять, я ж надеюсь, это не считается за то, что типа ты профукиваешь, нет? Зато бы это было слишком тупо утрили. Да в смысле, блядь, я не успел даже среагировать, алло. А как активировать эту хуйню, алло? Гитару, блядь, как? Да как гитару, блядь, активировать, алло, ты чё? Да ебать, это ебать трэш вообще полный. Бля, в смысле? Это, блядь, тяжело, нахуй. Блядь. Ебать. Ебать, тут надо реакцию иметь. Я ебал, вот честно. Кто там потом вверх, по-моему? Блядь. Блять, вниз. Как все это запомнить? Я ебал. В смысле? Че дальше? Блять, да ебать. Это сложно. Это на деле кажется, что легкотня. Чисто на реакцию, блять. Понятно, что там, типа, повторяется, и там вся хуйня, ну, блядь. Все же. Блядь! Ёбаный в рот, я не знал, что оно там окажется. Это пиздец. Это реально пиздец. И чё, а чё это значит? Белые глаза только ебошек надо? Серьёзно?
Я не успеваю просто ебонькать все глаза. Блять, не успеваю, Рили говорю. О, вот здесь... Естественно, вот здесь вообще пиздец. Как можно тут вообще не проиграть? Объясните мне, пожалуйста. Вроде не проиграли, разве нет? Очень на это надеюсь. Тот? Ты в порядке? Ларри? Рад тебя видеть, я ж прикольный прикид. Ты когда успел так постареть? Долго рассказывать, а ты когда успела с светяшками завестись? Долго рассказывать. Все кончено, мы справились. Тогда почему я себя так дерьмово чувствую? Ты уверен, что все кончено? Похоже на то, но я просто... Тот? Ты жив? Где? Что произошло? Кажется, мы их остановили. Ох, чувак, как я рад, что ты в порядке. Как здорово, что ты вернулся тут. Мы все расскажем, только сперва тебя подлатаем, а рассказывать придется много. И, ребят, просто хочу, чтобы вы знали, как вы много для меня значите. Я вас очень сильно люблю. Мне повезло, что я был с вами знаком. Я очень рад, что смог снова с вами увидеться. Мы тебя тоже любим, Ларри. Ты в порядке? Простите, у меня осталось совсем мало времени. Ларри? Я и не думал, что будет так страшно. Мне бы еще чуточку пожить. Что? Нет, куда? Он не может снова уйти, он только что к нам вернулся. Это был Ларри? Да. Может, мы с ним еще увидимся по ту сторону небытия? Если оно существует. Но... Хотя ребятам удалось остановить бесконечного, теневая чума сократила население Земли на треть. Тода ушли месяцы, чтобы полностью восстановиться, но в нем остались следы тени, он учится держать их в узде, и, возможно, однажды сможет использовать их силу. Угу. Сал продолжает привыкать к своим новым способностям, а также помогает Тэш и Тоду устранять следы разрушения, оставленные тенями. Угу. Со дня исчезновения Ларри ребятам так и не удалось найти никаких его следов, но они не прекращают поиски. Угу. О как. Ну да, получается как-то так. Вот и... Вся игра пройдена. Получается, Салли Фейс. Ну что, ребят, я хочу вам сказать, в принципе, игрушка вышла неплохой, вот, так что, я надеюсь, когда-нибудь выйдет продолжение, а в принципе, замут они сделали неплохой с этими тенями, мы смогли выйти, получается, на
истинную концовку, то есть вот эти дополнительные взгляды, что осталось героем и что они делали. Вот. Ну, в принципе, а вам спасибо за то, что вы смотрели все эпизоды Sally Face, дождались, как сказать, до конца все это, дотерпели. Вот, мне игра, в принципе, понравилась. Вот. Были, конечно, слабые моменты, сложные моменты, особенно под конец. Но, в любом случае, игра запомнилась мне клевой, интересной, атмосферной. Короче, все the good, и спасибо Стиву Гебри, разработчику, что создал такую клевую, необычную игрушку. Сколько мы там играли? 20 минут. Ну да. 20 минут не так-то много, в принципе. По факту, чтобы открыть истинную концовку. Да. Но, в любом случае, всем спасибо за внимание. Не забывайте про лайки, комментарии. Мне игра очень понравилась. Тут вообще нечего говорить. Она долго запомнится в моей памяти, как хорошая такая вот неплохая игрушка. Вот. Так что... А всем, наверное, до новых игрушек. Я планирую еще что-то интересное пройти, но это уже потом. И, как говорится, как будет время, возможность. Ну и, как говорится, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Ну ладно, будем тогда прощаться. Всем до новых встреч. С вами был Казуку Фэмили. Всем до скорого и всем пока-пока.